За последние 3 года в Дагестане активно улучшается деятельность ведомств республики благодаря новому руководству региона в лице Сергея Меликова. Каспий с каждым годом развивает разные отрасли муниципалитета. Так, за прошедший период значительно изменилась работа управления ГОЧС. В отделе защиты населения и территории с 2021 года были созданы межведомственные группы для проведения рейдовых мероприятий по соблюдению правил безопасной эксплуатации газовых приборов на предмет выявления самовольных подключений и многого другого. У нас в городе, если даже с 2021 года, установлены и функционируют 14 пунктов оповещений. С 5 это оповещение населения при возникновении ЧС обязательно, конечно же, это обязательное такое направление, в случае чего, чтобы население знало, что там, как, что делать, как делать. Разрабатывается план действий при этих случаях. С 5 имамами мечети у нас заключены соглашения. Кроме того, отдел по защите населения и территории управления ГОЧС с начала текущего года проверил порядка 330 домовладений, расположенных на территориях СНТ, микрорайонов Кирпичный и Афган-городок, где было выявлено и отключено несертифицированное газовое оборудование у 13 абонентов. Большая работа ведется в плане обеспечения пожарной безопасности населения, в том числе в школах. Очень. Везде, во всех школах у нас установлены извещатели, пожарные извещатели. Эта работа тоже проверяется. Проверяем, ходим, выясняем, выявляем нарушения, если есть. По словам специалиста, с 2021 по 2023 годы, благодаря организации мероприятий, направленных на защиту населения, наблюдается положительная тенденция в обеспечении выполнения противопожарных требований, готовности муниципальной системы оповещения населения безопасности на водных объектах и безопасного использования газового оборудования в быту. Отметим, что управление ГОЧС за последние 3 года также повысили эффективность деятельности и в других отраслях. Так, отдел по комплектованию курсов гражданской обороны Каспийска увеличил объем обучающихся на 13,6%. 1 марта проводили открытые уроки, посвященные Всемирному дню гражданской обороны. Ежегодно проводятся. Ну и другие открытые уроки на школах. Значит, здесь у нас, если взять за прошлый год, у нас проведено, значит, 88 учебных тренировок по эвакуации при различных, при ЧС, при аварии, при пожаре, при землетрясении и при обнаружении взрывного устройства. Отметим, что обучение по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций также проходит и для неработающих граждан. В связи с этим создано 16 учебно-консультационных пунктов. За прошлый год на этих 16 учебно-консультационных пунктов у нас обучено 2068 человек, что составляет, значит, вернее, увеличение на 31,5%. Мы уже проводили с ними еще конкурс в прошлом году на лучшее УКП. Для качества реализации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера основные условия сосредотачиваются на показе тематических видеороликов, распространения памяток и буклетов по организации безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях природного, техногенного и социального характера, включая противодействие экстремизму и терроризму, организацию и проведение встреч с населением, проживающих в СНТ, по соблюдению правил безопасной эксплуатации газового оборудования и газовых приборов в быту и многого другого. Ни для кого не секрет, что для ГОЧС приоритетным направлением остается организация мероприятий гражданской обороны и первоочередного жизнеобеспечения. За последние годы в целях первоочередного жизнеобеспечения населения, оказавшегося в зонах опасности в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, у нас на территории города создан 14 пунктов временного размещения. Они частично готовы к приему пострадавшего населения. Созданы все условия. Вот. Ежегодно, значит, согласно графикам, нами проверяется состояние. Мероприятия по гражданской обороне проходят также и в дошкольных учреждениях, благодаря чему за последние 3 года заметно повысилась культура безопасности как в организации, так и в образовательных учреждениях. Ежегодно в учреждениях, организациях, в том числе образовательных, дошкольных, в общем, проводятся объектовые тренировки, учения, занятия обучающего характера.
демонстрируем учебные фильмы, отрабатываются практические действия персонала, работников, учащихся при эвакуации. Для организации данных мероприятий образованы и действуют комиссии по принятию соответствующих решений для бесперебойной и безаварийной работы объектов жизнеобеспечения. Важную роль в управлении ГОЧС города Каспийска, как и во всех других ведомствах, играет единая диспетчерская служба, через которую проходят все заявки. Целью создания ИДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения ЧС. По инициативе главы города Бориса Ивановича Гонцова, у нас был создан центр круглосуточного приема сигналов по возникающим проблемам в сфере ЖКХ и организации взаимодействия для принятия первичных мер, их устранения. В ЕДДС управления по делам ГОЧС по системе 112 у нас и так поступает очень много звонков по экстренным случаям, кроме экстренные службы, несчастные случаи и ЧС. Кроме этого, у нас сейчас поступает по коммунальным сообщениям по происшествиям на городских коммунальных сетях. Процесс обработки заявок проходит следующим образом. В первую очередь сотрудники ведомства проверяют информацию на достоверность. После совместно с ответственными службами проходит работа по оперативному устранению данной проблемы. Мы каждое утро в 7 часов выходим на ВКС со всеми дежурно-диспетчерскими службами. И вот они нам говорят, какие у них, например, бывают аварийные отключения. Аварийные отключения мы сразу узнаем. Бывают у них плановые отключения. Когда плановые отключения, мы людям сообщаем заранее, чтобы у них не возникла паника, чтобы они не начали нервничать, переживать. Мы по телеграм-каналам, по WhatsApp, все это доводим до людей, чтобы они успокоились, что и обязательно мы там уточняем время. Стоит подчеркнуть, что за 3 года работы ЕДДС городского округа в систему 112 поступило около 1,5 миллиона звонков.